Оу, май. Я нашел мятые джинсы. Здесь кто-нибудь есть? О, доска Уиджи. Опять, да меня она бесит. Чё это? Чё такое? Я не знаю, но я обкакался. Я тоже, у меня чуть сердце не остановилось. Чё там было? Я чё, всё пропустил? Ой, да ты не умеешь. Да, твёрк это не твоё. Лучше сразу бегите. О, вон она, смотри, идёт мелкая тварь. Добрый вечер, друзья. Томный вечер, друзья. Да. Время передачи «Угадай призрака». Угадывайте вместе с нами. Пока Артём в туалете. Засранец. О, а чё скелет тут валяется? А я открыла. А чё он так далеко уехал? Грёбаные мячики. О, ура, 120 закинул. Ещё хочу. Вот, 122, одним броском два мяча. Шикарно. Все, набздел. Сутулый бобер. Такое ощущение, что ты до сих пор в туалете, судя по звуку. Так я же с ноутбуком в туалете. Засранец. Отдай мяч. Все, жмите, я готов. Ну куда ты его выбросил, да? Я не буду за ним бегать, как собачка. Не будешь? Ну не будешь, так не будешь. Кто же заставляет-то? Ну-ка, все готов. Нажали быстро. Только ты один не нажал. Напоминаю правила. Мы угадываем призрака, вы угадываете вместе с нами. Пишите в комментарии, что думаете по этому поводу. Не, ребята, угадывайте, кто умрет. И попутно делайте ставки, кто из нас умрет первым. А что, я 4 мощных фонарика купила? Что-то не припоминаю такого. Нифига у нас. Тут, конечно. Но это набор. Когда денег много, уже и не обращаешь внимания. Ну, понятно, все богатое. В жизни бы так. Так, буду опять с радио. Хотя не хочу, это радио грёбаное. Артём! Да он не загрузился еще. Да он, если тут, значит, загрузился. А че у нас 4 датчика движения? Охренеть. Ой. Такой тяжелый вздох. Фух. Че у нас? Ой. Да он на толчке. Ой, просто. Все, я пошел искать призрачный огонек. Найти доказательство МП, обнаружить с помощью датчика, увидеть соль. Отвечает всем. Ким Петит. То фига там 3Т в одном имени. Я должен разбросить всю обувь. Чего? Разбросить всю обувь? Зачем? Не хочу ничего разбрасывать. Здесь кто-нибудь есть? Ладно, начну со второго этажа. Здесь кто-нибудь есть? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ты мужчина? Ты старый? Ты женщина? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как он один ходит? Он всем отвечает. О, Артём, Кость. Сколько тебе лет? Ты что, я призрачный огонёк. Как тебя зовут? Вот ты. Так, у меня нет фотографии. Ты далеко? А. Ты а рядом? Что, камерой нельзя фоткать? Сколько тебе лет? Ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Ты далеко? Ты злой? Ты злишься? Ты сердишься? Я нашел мятые джинсы. Здесь кто-нибудь есть? На денег. Была бы тут такая функция. Ладно, настало время раскидать обувь. Вот так. Вообще-то пока что не настало время. Ну и ладно. Я что-то кость ним. А, вот. Здесь кто-нибудь есть? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Да это допрос. Не отвечает. Да нифига не наедине. Отвечает всем, что ты мне врешь? Сколько тебе лет? Здесь кто-нибудь есть? О, доска Уиджи! Опять? Да меня она бесит! Не подбирай ее! Нет, я ее подберу и знаешь, что сделаю? Я ее выкину нахрен из дома и сломаю там. Дурак, она люди. Сломается и убьет нас. Да, конечно. Кухня! Кухня? Кухня. На кухне. Она тут вещи разбрасывает и двери открывает, и там низкая температура. Ну, не минусовая, но низкая.
Блин, а я забыл, где я доску Уиджи нашел. А, все, вспомнил. Ты дурак? Здесь кто-нибудь есть? Ну-ка. Здесь кто-нибудь есть? Ой, да в задницу вообще. Чё? Она, по-моему, кстати, поет немножко. Я не слышу ничего. Я и температуру-то не ощущаю. Вообще-то, походу, пар изо рта был. Я вообще никакого пара не видел. Ой, не то выбросил. Ай-яй-яй, как изгибаемся. Я? Что? У тебя очень красивая фигура. Чё это? Чё такое? Я не знаю, но я обкакался. Я тоже, у меня чуть сердце не остановилось. Чё там было? Я чё, всё пропустил? Ну это скорее паранормальное явление было, это не была атака. Но у меня сердце в пятки ушло. Я и главное, за... я главное я зашла. Не зашел туда. Я зашла, и это началось. Да что это-то? Ну, светопредставление. А, это фигня. Было очень страшно. Да не, я-то не видел, поэтому не страшно. Я видел, обосрался. Я-то чувствую, да воняет чем-то. Ты где-то с Луизой спрятал? А, не скажу. Так, вы дневничок положили куда-нибудь? По-моему, я никто нет. Еще не клал. Не клал. Так, кинем сюда распятие на всякий случай. Ой. Чего? О, она наступила на соль. Засчиталось задание. Что делает, да? Ты посмотри, паскудник. А как ее класть? Ты далеко? Как тебя зовут? Блин, камера как-то стоит ущербно. Ты злишься? Зато видно МП. Нормально. Ты рядом? Ты здесь? Да по идее нет, вон лазерный проектор видит. Ты рядом? Как тебя зовут? Ты здесь? А чё её подобрать больше нельзя? А, понятно. Ты рядом? Куда ты побежал? О, МП. О, вон она, смотри, идёт мелкая тварь. Где? Ты видел? Ты видел, да, пятка её голая? Да. Нифига тварь. Блин, нам бы фотик в этот момент. Да, она пробежала в ту комнату. МП 5 не было. Она уничтожила доску. Вот падла. Не, ну сейчас точно никто доску не ломал, она просто как бы, да. Так вот она так все время. Да нет, это ты на самом деле каждый раз ломал, это точно, я уверен. Стопудово. Возможно, это Мара. О, так датчик движения осталось, а мы никто датчик движения даже не поставил. Да я не понял, у нас улики какие-нибудь есть вообще? Нет. Че, вообще ничего? Да, возможно, это Мара. А почему вы так думаете-то? Она же атаковала? Ну, хрен его знает. А, у нас почему-то рассудок обратно повысился. У нас просто вроде 60 рассудок был. Да. Либо демон, значит. И когда 70-60, то это либо демон, либо Мара. Да, ну, маленькая девочка не может быть демоном. Может. А, там, по-моему, распятие сгорело. Так, а что нам из заданий вообще надо сделать? А, только с помощью датчика движения осталось определить. Да. Смотрите, датчик звука шакалит, 85. Ага. Я эти отпечатки смотрела, ничего не было.
О, она сейчас что-то кинула. Кинула? Да. Где? На камере видно было. Да. Че у нас там с датчиком еще нифига? Это что было? Артём. Артём. Эй. Она тут, кажется, где-то бегает. Иногда. О, она там дверки трогает. Не знаю, я даже сфоткала, когда увидела, как она дверь трогает, я сфоткала дверь, и у меня не было отпечатков пальцев. У нас какие-нибудь доказательства есть? Вообще никаких. Да блин. МП не было, я видела, там только до 4 доходило. А тетрадку кто-нибудь кидал? Да, лежит она там. Понятно. На лазерном проекторе я ее пока не видела. Призрачного огонька тоже не вижу. Напиши что-нибудь. Напиши что-нибудь. О, датчик движения сработал. Какой? Не знаю. Я видела только что задание сработало. Я там только один его поставил. Она перед тобой, по-моему, стоит. Блин, их тут три вообще-то. В проходе, в коридоре. Между кухней или между гостиной? А, или прям в коридоре? Прям в коридоре. Ишь ты. Короче, если Мара, то она должна быть радиоприемник, призрачный огонек и записи в блокноте целый. А у нас есть еще одна камера или нет? Не помню. А, да, есть огонь, надо поставить. Ну-ка. Использую хоть штатив, наконец-то. А, Артём, съешь таблетки. Напиши что-нибудь. Чтобы она не, никто не нападал. Ты меня слышишь? Дай нам знать. Ишь ты, как интересно. Какая интересная катка у нас. Да, вот что-то вроде все задания нам выполнили. А кто, что за призрак, непонятно. Ага. Дай нам знак. И при этом доска Луиджи сдохла. Да. Дай нам знак. Напиши что-нибудь. Ты здесь? О, минусовая температура. Да? Я дышу. Как-то поздно она работала, спустя время. Но минусовая температура точно есть. А, значит, это точно не Мара. Ну вот. Напиши что-нибудь. У нас там вторая камера. Но это может есть быть демон. О, Артём. Эх. Так, у нас проекторов больше нету, да? Жалко. Сколько тебе лет? Куда это ты втопил? Чё, жопка поджалась? Но у нас у всех сейчас еще большой рассудок, так что поэтому она и не хочет общаться. МП сейчас было 2. Да? Это немного. Я, наверное, поставлю еще одну тетрадку, только в другом месте. Может, чуть дальше? Да. Там не... просто вот маленькие комнатки. Может быть. Давай еще вот здесь вот где-нибудь поставим. Напиши что-нибудь. А где следы на соли? Я просто там в каждой, у каждой двери кинула соль. Или они везде есть следы? Ну, следы есть везде. Везде. Напиши ходят что-нибудь. А, кроме этой, в прачечной. А, дай нам знак. В прачечной нет. Фига мы там, конечно, накидали барахла. Так. Блин, уже и брать-то нечего, по сути. Свечку разве что. Капец, тут, конечно, звук на сотке. Звук на сотке в кишне. Да? Напиши что-нибудь. Ты здесь?
Она прям перед тобой. Да не может такого быть. Напиши что-нибудь. Кстати, тут вода грязная, я ее сфоткал. По-моему, лазерный проектор я сейчас видела. Да? Я сейчас не видел. Ну давай, может... надо еще раз найти его. Возможно, нет. Интересно, мне засчитали снимок? О, да, засчитали. Нормально. О, она ходит там, да. Шляется. Так, а у нас есть еще соль? Или это все? Вроде блин, все. Это все? Ну ладно. Артём, ты где? Надо все двери закрыть. А, понятно. Надо все двери закрывать, чтобы это видеть, если она их открывать будет. О, она свет включила. Напиши. Дай нам знак, напиши что-нибудь в тетради. Напиши что-нибудь в тетради. Напиши, скажи, напиши, скажи, напиши, скажи. Сколько тебе лет? Что интересно? Ничего. Может, хоть свечечка чем-нибудь поможет? Стоп, а чё, датчик? Я сейчас чуть не это, я да. Стрёмно было. Тоже паранормальное явление. Она нас просто напугала. Фу, боже, у нее это получилось. Мне не понравилось, честно скажу. Куда камеру-то понес? Ишь ты как. Она что-то тут больше нигде не наступает, только тут. То есть она явно здесь. А еще она не хочет тушить свечу. Напиши что-нибудь. Напиши в тетрадь. Напиши в блокнот. О, дверь открыла. Просветите ее фонариком этим ультрафиолетом. Да я ее лучше сфоткаю. И че? О, да. А, это просто взаимодействие, ну ладно. Блин, ладно, тогда надо просветить. О, минусовая температура была. Или вы уже... Да, она уже была, мы ее уже помечали. Блин, слушай, нет, отпечатков что-то нет, нифига. Она у нас вся отмечена. Да. Короче, это точно не отпечатки. Потому что она дверь потрогала, а отпечатков не оставила. Может, это тень? Ну, не знаю. Это мелкий пацан какой-то. Но это никак вообще не влияет на тебя. Да я ж прикалываю, господи ты боже. Нет, я буду этим. Да еще как влияет. Нудилом. Вот тебе три свечи. Нудилом. Как опасно, ты их зажег около благовония. Нормально. Да, благовоние лучше подальше кинуть. Так а зачем вообще нужен датчик звука, если он на сотке так и есть? Надо взять его в руки и послушать. На лазерном проекторе она только что мне прям в лицо пробежала. А, да? Я тебе говорю, да. Все-таки не показалось, был лазерный. Вот это я обкекался. Короче, это либо Юрей, либо Они. Вот это я обосрался вообще. Она тупо в экран пробежала. Без рофу. Так, ну-ка, Юрей, что делает? Сильное влияние на рассудок. Если осветить место смерти Юрей при помощи благовония, передвижение призрака будет временно ограниченным. Призрачный огонек у Юрей. Они более активны в присутствии людей и могут перемещать предметы с высокой скоростью.
Они... МП. Да. Короче, нужен призрачный огонек, тогда это будет Юрей. Погоди, а там это... О! О, я видела. Опять, да, пробежал, мелкий пиздюк. Вообще обосрался. Стой, может, призрачный конек будет, кстати? Тогда будет Юрей. А если UMP 5, то это Они. Смотрим внимательно. Да нет, призрачный огонек уже был бы видно. Это уж давно бы, да. Где там вторая камера? Включите вторую камеру. Тут встали, тут ни хрена. Я Опять эта тварь бегает. Как это стрёмно. А я ее выкинул куда-то. Что ли? Ну ты гений, да. Конечно. Где идут, поставь. А где МП? Да хрена. И МП у меня в руках. Понятно. Ясно, понятно. Тут ты стоишь перед экраном как раз. Давайте внимательно смотреть вот так вот. Ты специально вот так вот подходишь? Я только покажу, чтобы увидеть. А что, я прям весь экран занимаю? Блин, она там только так бегает перед этим проектором. Весело ей там. Зараза, а? Так надо UMP 5, тогда это будет Они. Ну так сходи, поставь перед камерой. АМП. Какая ты умная. Ой, а Яна, она прям... Да я видел. Сквозь тебя. Она прям в тебя пробежала. А он умер. Фигура. Че ты там... Попой крутит. Напиши что-нибудь. Как жаль, ты этого не видел. Тверк от Яна. Так там ЮМП есть или? Так я ЮМП там есть или нет? Да нет, это ничего. Нет никакого МП. Так а там есть? Да нет. Есть оно, есть включенное. Есть? Свечки поджег. Это я. Это ты. Почему у меня не переключается? С черно-белого на цветной. Потому что надо на пробел нажимать. Нет. Вообще не. Артём, покрути задницу перед камерой. Ну-ка. Ой, да ты не умеешь. Да. Тверк это не твое. Ты похож на имбецила, который пытается на свечку сесть. Да какое Они, блин, надо выяснить, что это за лабуда. Минусовая температура и лазерный проектор, и это либо Юрей, либо Они. Давай благоония зажжем. Давай. Я, если что, сфоткаю. Подожди, ты его уже поджег? А, нет еще. На. Зажигалку. Нет? Ты зажигалку взял с собой? Да. Раз. И она сразу же нападает. Вон след. Ну это не совсем тот след, конечно, но все равно. Лучше сразу бегите. А что бежать-то? Ну мало ли. Ну ладно. Вот я если бы в прошлый раз сразу бы не убежала, меня бы убили. Ну да, шаги сфоткались. Шаги-то, конечно, это здорово. Но нам это ничего не дает. Блин, может камеру куда-то так переставить? Так что, я поджег это говно. Так уже переставляли камеру. Потому что что-то ни того, ни другого нету. Ну, оно все еще активно. О, еще больше активно. Что-то как-то сложно. Юрей возвращается из-за ненависти к людям. Так. Ну вообще Юрей оказывает высокое влияние на рассудок, а у нас он вон нормас. Вообще прям ничего такого. Так это Они. Мне кажется, это Они тоже. Ну давайте поставим Они и поехали. Ну давайте еще немножко там потусим. Давай. У нас же так никто только еще не умер. Поставьте МП перед камерой. Так оно... Блин, камера просто на этом... На штативе. Надо снять со штатива. Понятно.
Артём говорит, что потерял МП, он у него в руках. Как зовут эту дуру? Ким Петит. Ким Петит. Петит. Я кинул МП. Блин, у меня не переключается на этот, не на черно-белый. На как цветной. Это так? Не знаю, я что-то все залагало. А, реально оно сломалось и не работает больше. И не видно теперь, что сколько там МП вообще. Ну и хрень. Я сейчас попробую вручную переключить. А, у нас еще одна камера есть. Ким Петит. Ким Петит. Ким Петит. Попробуй Петит. Через вторую камеру посмотреть. Ким. О, вот теперь работает. Только, ну, вот только надо этот МП включить. Так он включен. Вот тот включен, а тот не включен. Артём, оставь уже. Вот так, все оставь. Вот он пошел в туалет, понятно. Ну и чего, МП будет? Артём, назови там по имени вся фигня. Руки твои через дверь. Нам надо просто рассудок понизить, тогда она нападет. Эх. Такая МП-то должна работать и без атаки. Ну, это да. О-о-о-о-о. Я уверен, что это Оня. Ты мне тоже так кажется. Смотри, смотри, смотри. Что? О, пробежала. Свечку затушила. Потушила свечку. Нет, переключи. Да, это не видно будет АМП. Ничего не понятно. Да не, все понятно. Это Артём, он... иди рассудок роняй. Да это нам всем надо, по идее. О, стоит там. Мне кажется, это Оня. Интересно, почему МП не работает? Да там батарейки, наверное, сели. Может, потому что она не нападает? Знаю. А давайте. Что? И остались живы. И все. Да. Ян, ты хочешь как поставить там все свечки? Все, поехали. Все выбраны? Да. Анрион. Сам ты Анрион. Ревенант. Смотрите-ка, сегодня это никто не умер. Вот это да. Это демон. Ну и что у нас тут? Да. Мы угадали. 150 бачей. Уровень 21. Вы посмотрите на этого прекрасного, красивого, шикарного, умного, вкусного. Меня. Ну ты маленький, ты маленькая старая азиатская женщина. Вроде не такая уж и старая. Вообще, фу. А ты баламон. Фу, как это страшно. Вот я красивый, коренастый. Нет, ты недостоин. Нет.